С начала весны все рыбаки будут приравнены к браконьерам. 1 марта вступило в силу ежегодное ограничение на рыбалку, которое продлится до конца мая. В то время как в большинстве регионов России рыболовы еще только ждут весеннего оживления клева из-под льда, в Краснодарском крае рыба уже поднимается к нерестилищам. В связи с этим ежегодно с началом весны вводится запрет на рыбалку. Нарушением будет считаться лов в лиманах, водоотводных каналах, с мостов, причалов и других гидросооружений, то есть практически во всем водном бассейне Краснодарского края. Исключение составляет только специально оборудованные и зарыбленные зоны. Нарушителям грозит штраф как минимум от 1000 рублей, а как максимум – уголовная ответственность.